обидно бывает, когда я говорю своим покупательницам: приходите, будет привоз во вторник после обеда или в среду с 10 до 8. Приходят другие покупатели и забирают ваш товар. Если вы хотите приобрести нижнее белье, в котором вам будет комфортно, которое не будет вас сдавливать, пожалуйста, приходите вовремя. Новая модель трусиков в изумрудном цвете и в черном цвете. Что это за моделечка? Ага, это тоже лайкра. Как приятно. Мне сколько заказывали девочки. В предыдущем видео трусики были с хорошей растяжкой, просто трусиками. Эти трусики идут с утяжкой. Спереди трусики подберут ваш животик. Кружевная вставочка по материалу. И внимание, есть любительницы кружев в этой модельке. Кружево идет полностью по спинке трусиков. Как раз у меня есть зеленый бюстик на единичку, на полтора. Девочки, приходите, подберем комплект подбором. Убирая комплект подбором, вы сильно сэкономите. Так, XL. Это вот самый большой размер. Он идет на 48-50. Предыдущая моделька шла на 50 на 52. Она растягивается больше. Но эта моделька будет держать твой животик. И производители, наверное, намекают нам: наряжайтесь быстрее, скоро Новый год. Зеленые трусики в черном цвете. Так, забыла рассказать. Посмотрите, какой оригинальный бантик. Вот что можно было придумать, так нет. Придумали стразики. Я, например, обожаю все, что блестит. Очень стильненькие, аккуратненькие, с аккуратно прошитыми швами. И, естественно, внутри ластовица из хлопочка. Ха! Ха! Что я заметила? Что я заметила? Такой край обычно называют покупатели бесшовными. Продавцы же называют горячие ножницы и холодная или холодная обработка края. В следующем видео я продолжу знакомить вас с новинками товара в моем магазине.